Мы с вами, друзья, сейчас в магазине Best Buy. Тут, ну, электронику там всякие такие вещи продают. Вот. И дроны. Дроны с камерой. Вот смотрите, Phantom 3 за 999 американских рублей. А вот тут Phantom 4 за 1200. А вот еще один, вот 899. Так, сейчас Светлана еще что-то нашла. А вот у нас Тайфун. Тайфун еще вот дешевле, да? Как его запускает? Вот его запускает. Ну-ка, пошел. Пошел. И вот управляет им. Угу. Так. Оп. А там GoPro у них воткнуто. Девушка поехала кататься. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Оп, и пошел Тайфун. Ты сам себя снимаешь, типа ты девушку, да, ну, ты сам себя сбоку снимаешь. Вот $899, друзья. Так что если кому-то дрона не хватает в жизни, так он есть. Да. Вот, то есть хотите... кто-то должен управлять, с какого расстояния, видимо. Ну, кто-то должен, да, так. Иначе-то чего? Насколько опустили вот эти прилавки, где раньше камеры продавали, камкодеры. Вот буквально вот всего ничего. Значит, Canon за $400, вот такой маленький, удобненький. Другой Canon тоже маленький, вот за 369. За 229 у нас Sony. Это все хорошее. У меня вот камера, которую я сейчас снимаю, вот она практически неотличима внешне от той, которую вы видите вот сейчас на экране. Я не знаю, может быть, моя чуть дороже, там пару фишек лишних, но вот такая. Очень удобно. В карман положил, идешь и все. Это шикарная камера. Это потрясающая камера. За $800 очень-очень серьезная вещь. Очень. И 4K она снимает, и, в общем, там великая-великая камера. И оптику можно на нее поставить хорошую. Вот. И тут еще за 269. Тоже небольшая. Такая, можно сказать, мысипусечка Canon. Почему-то у них Canon здесь много. Все, друзья, все, нету. То есть магазин, где, казалось бы, должно быть много-много-много, нифига нет на самом деле.